Всем привет! С вами Мурат. И сегодня будет реакция Пократция на ежика. Так, ну что ж, перейдем к видео. Кабан, лимон, туц-туц-туц, мышка прокли. Вот это кабан-лимон немного в рифму. Туц-туц, мышка прокли, туц-туц-туц. В стакане руки не могут. Банан, единорог. Вообще-то, туц-туц-туц. А из него пьют. Скунсик, самолетик. Если ты не знал. Вот, это все не в рифму. Так, давайте вот это. Сова халва. Какая халва? Это тарелка. Сова халва. Какая халва? Это тарелка с ложкой. Туц-туц-туц. Собачка перчатка. Короче, он плагиатит у Денис ТВ. Туц-туц-туц. Курочка-булочка. Какая булочка? Это батон. Он тупой, надо найти изображение халвы, булочки. Туц-туц-туц. Огурец. Какой морской огурец? Это гусеница. Морской огурец. Туц-туц-туц. В общем, он кринч снимает. Давайте вот это. Мышка-автобус. Бип-бип-бип. Мышка-автобус не в рифму. Пингвин-мандарин. Какой мандарин? Это апельсин. Найди изображение ПНГ мандарина. Туц-туц-туц. Огурец-голубец. Это было на канале Миша Ку. Привет. Сова-голова. Вот это в рифму. Сова-голова, это было у Телегоши. Но это не голова, а мозг был. Кабачок. Какой кабачок? Это просто нарисовано. Я не знаю, что это. Это реально плагиатишь у мемного бабушки и шахматы. Коробка, коробка. Тут... У меня вообще-то такие смайлики. Вот. Белка-банан. Вот это белка-банан не в рифму. Что за кринж? Да, он кринж. Так, давайте вот это. Белка, банан. Опять. Съешь банан. Съешь банан. Не ешь банан. А ежик бананчик. Не. Не ёж банан, а ёжик бананчик. Это не в рифму ёж банан. Панда лаванда, туц-туц. Панда лаванда, туц-туц. Какая лаванда? Это букет цветов. Давайте вот это. Вот это пингвин дерево не в рифму. Давайте вот это. Мышка-приставка. Мышка-приставка в рифму. Это было у Сандрея Галенка. Туц-туц-туц. Зебра-небоскреб. Зебра-небоскреб, это было на старом канале Сандрея. Туц-туц. Руки-ноги. Какие руки-ноги? Руки-ноги. Это бот Захар говорил, руки-ноги. Туц-туц-туц. Мышка-мишка. И мышка-мишка была у Андрея Галенка. Туц-туц. Лягушка-картошка. Лягушка-картошка была у Миша Кул. Татус, тутус, свинь. Какая малинка? Это просто кружочек. Малинка, тус, пирог-носорог, тус-тутус. Вот это пирог-носорог было у... Я забыл, как там... У Телегоши. Медведь крош не в рифму. Собачка. Плагиатишь у меня, собачка-какашка. Утка-сосиска это у меня было. Но это какая сосиска? Это просто...
хот-дог. Какой бутерброд? Это бургер. Олень, бутерброд. Это было у старого, на старом канале Андрей Галенко. Давайте вот это. Вот это все не в рифму. Согласен. Змея поют. Желтая машина тут. Давайте вот это. Что это за кринж такой? Животные просто ходят так. Какая панама? Это шляпа. Я это не буду смотреть. Давайте вот это. Мышка-сосиска. Да, мышка-сосиска устарела, я знаю. Тус-тус-тус. Зебра. Зебра-перец не в рифму. Тус-тус-тус. Руки-ноги. Вот это в рифму. Тус-тус-тус. Мишка-балалайка. Тус-тус-тус. Плагиаты, реально кринж. Давайте вот это. Мышка-приставка. Тут-тут-тут. Зебра-небоскреб. Тут-тут-тут. Это уже то же самое. Давайте вот это. Крокодил-трактор. Крокодил-трактор не в рифму. Тут-тут-тут. Черепашка-автобус. Тут. Даже черепашка-автобус не в рифму. Тут-тут. Змея. Змея-поезд не в рифму. На поезд. Аксолотль машина тут. Аксолотль машина не в рифму. Что это за нарисованный аксолотль? Давайте вот это. Кролик апельсин. Ёжик Канада. Свин гора. Бара-бара-бара. Какой барабара? Бери-бери-бери. Это кринж, это просто танцующие девушки. Бери-бери-бери. Ось. Какой ось? Это олень! Корона! Какая? Это какая ворона? Это обычная птица. Пингвин-ананас. Какой лом? Медведь. Я даже не знаю, что это. Какой-то желтый пояс. Греческий орех. Какой грецкий орех? Это просто орех. Такой смайлик ореха. Это фундук. Календарь. Каравай. Какой каравай? Это не знаю даже, что сказать. Суп с креветками и миди. Или может все-таки мультикикатор. Унтикитакур. Да что ты делаешь? Не подходи. Да. Кринж. Кринж. Я сделаю кринжовые ютубера плюс шиза. Давайте вот это. Ворона. Что это за нарисованная ворона? Черепаха-ноутбук. Черепаха-ноутбук не в рифму. Крокодил-микрофон. Крокодил-микрофон тоже не в рифму. Рак-кот-Леопольд. Какой кот-Леопольд? Это просто смайлик кота. Давайте вот это. Баран-банан в рифму. Это было у прадеда. Пингвин-шестерочка не в рифму. Я удалил ее укут, этот видеоредактор. Птичка-шарик тоже не в рифму. Мишка-какашка в рифму. Давайте вот это. Какой петух? Какой Винни-Пух? Это обычный медведь. Лягушка-канал. Лягушка-канал это было с Андрея, не в рифму. Кружка-коровка. Это было у Андрея Галенко. Кокос-пес. Кокос, барбос или пес, я не знаю. Давайте вот это. Мышка-улитка. Плагиатит у Бимного Михаила. Мышка-улитка. Мыши-часы тут-тут, мышка-солишка тут-тут-тут. Мышь... так... Крыска!
Крыска, ягодка в рифму. Крыска, ягодка, Боб, мороженое, ягодка. Боб, мороженое, не в рифму. Галка. Это что за кринж? Какая галка? Это обычная птица. Сова, лимон, это было на старом забаненном канале у Михаила Штаркова. Кошка, печенька в рифму. Медведь, автобус не в рифму. Опять креветка, банан не в рифму. Давайте вот это. Собачка, машинка в рифму. Это в рифму. Лягушка, компьютер не в рифму. Автобус, кабан. Автобус, кабан не в рифму. Это есть отсылка на Мишка, машина, рыба, перчатка, лягушка, дизлайк и автобус, жираф. Давайте вот это. Корова, бутерброд, тут-тут-тут. Дракон, слон, тут-тут-тут. Лев, пучик, тут-тут-тут. Корова, бутерброд. Было на старом канале с Андреем. Тут-тут-тут. Дракон. Дракон, слон было тоже с Андреем. Ну, на каком-то видео. Там Гартик Фон что-то. Слон. Лев, пончик не в рифму. Олень, наушнички. И олень, наушнички был у нас в старом канале. Давайте вот это. Что за кринж? Не буду я на это смотреть. Шлёпа, попа, тупс. Какой шлёп? Какой шлёпа? Это гепард. Я не буду смотреть на этот кринж. Автобус. Ну где хренобус? Это кринж. Хренобус. Тут КамАЗ. Кринж, где все? Белка, ледышка, тут. Где белка? Так. Что за кринж? Давайте вот это. Кабанчик и кранчик было у прадеда. Вот, сова, картошка не в рифму. Так, давайте вот это. Что за кринж? Что за? Это даже не пародия на мышку-сосиску. Шлёпа, попа, тут. Это не шлёп, а леопард. Утка, бука, тут-тут-тут. Андрей, муравей. Утка, булка в рифму. Какой Андрей? Я даже не знаю, что сказать. Какая медуза? Это же Асмедо, кружка, улитка в рифму. Тут-тут-тут. Медуза, куруза. Это осьминог, а не медуза. Вот это в рифму. Лама, Панама. Какая Панама? Это шляпа. Лама, Панама. Тут-тут-тут. Лама, Панама. Окей, переходим к следующему ютуберу. Итак, вот это Roblox Queen. Не подписывайтесь на нее. Она снимает кринж. Так, вот этот повелитель мемной бабушкой шахматы, он хейтер с Андреем. Не подписывайтесь на него. Всем пока.